Депутаты областного маслихата обсудили проект, который реализуется областным управлением образования в рамках государственного социального заказа. Этой теме было посвящено заседание постоянной комиссии по социально-культурному развитию. Как доложил руководитель управления образования Жолдас Батырхан, на проекты по соцзаказу за последние 3 года было выделено по 8 миллионов тенге. Отметив, что в 2019 году возникли трудности в освоении выделенных средств, Жолдас Батырхан объяснил, что на основании рекомендаций Департамента внутреннего государственного аудита контракт с победителем конкурса был расторгнут, поэтому повторный конкурс осуществлен не был. В прошлом году по госзаказу было проведено социологическое исследование по определению уровня правовой защищенности детей области. В этом году планируется проведение тренинговых встреч, тематических семинаров, тренингов для классных руководителей, индивидуальных встреч с учащимися, нуждающимися в помощи психолога. Все ли школы оснащены видеокамерами? И кто отвечает за их работоспособность? Потому что мелькает информация о том, что какие-то случаи произошли, но видеонаблюдение не работало. Оснащен на 100% камерами. Во всех школах есть камеры.